С самого утра в день рождения Александра Пушкина у его памятника возле театра оперы и балета имени Мусы Джалили собралось множество журналистов и просто горожан, небезразличных к русскому языку и творчеству выдающегося поэта и прозаика. В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Как позже отметил глава республики, русский язык, язык Пушкина, Толстого, Достоевского, имеет сегодня мировое звучание. Это язык межнационального и межкультурного общения, связующая нить между эпохами и поколениями. Кстати, на мероприятии можно было заметить много школьников. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит, там на невиданных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Праздник продолжился на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалили. Концерт включал в себя музыкально-поэтические инсталляции, воссоздающие неповторимую ауру пушкинской эпохи. Диана Вакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.